да, то Да. есть если мы без Не, ну смерти идем, типа, то успеваем. да. А если умираем, то сразу заканчиваем и все. Но если умираем, то мы не получаем ачивку, и смысла продолжать особо нет. If he dies, he dies. Хочу. Я недавно. Не-не, говори. Не-не-не, я это не важно, говори, извини, что перебила. Я недавно. Ну, пару месяцев назад начал этот сериал смотреть, друзья. Я его никогда не раньше не смотрел. Оу. Вот. И сейчас я дошел, ну, почти до последнего сезона. До последнего. Там, где появляется момент, где объясняет, что Джоуи не делится едой. Боже, какой он. А я не смотрела этот сериал. Да как вы? Вы чё? Вы чё? Не понимаю, почему я раньше смотрел. Он просто лучший. Причем, когда я был в Питере, я смотрел его с русскими субтитрами. Вот. А сюда... Это комедия? Да, да, он такой. Да. Ситком. Вот. Да, ты тоже не умный? Ну чё? Это лучший сериал современности. Давай вместе посмотрим. Лучший ситком современности. Да изи. Просто изи. Ну хорошо, ладно, для меня на самом деле друзья на втором месте. На первом месте клиника, типа, но... Клиника уже лучше, ребят. Ой, надоел. Он лучший. Могу смотреть его. Клиника каждый день. Понятно. Жизненные обстоятельства нападают. Да, ну тут сорян. Это хорошо. Типа есть три столпа. Это друзья, клиника и доктор Хаус. О, я смотрел только друзья, это не все. Ладно, я смотрела Хауса иногда. Я пару серий Хауса видел, но не читал еще. Ну, я... на самом деле, больше в том, что Хауса я не досмотрел. Там старые сезоны классные. Да, ну, естественно. Вот, а как бы есть еще, например, в клинике 9 сезонов. Но я смотрел только 8, потому что есть только 8 сезонов. 10 сезон это... Ой, 9 сезон это не то, что нам нужно. Его не существует. Простите, пожалуйста, я не с тем сюда. Ну, вот. То есть мы сейчас закроем. Да, изи. Я не то из плана. У меня, к сожалению, фурс пульса не крашен. Ну, кто успел, тот не лентерап. Кстати, я помню еще два ситкома хороших. Ну, теория большого взрыва, я думаю, смотрели. Он не очень хороший. Вот, я не смотрел, но мне нет, он отличный первые 4-5 сезонов. Просто нет, шикарный. Даже меньше. Просто типа мне как технарю, наверное, его сложно смотреть. А, то есть я вот не техно... Ой, спасибо. Я просто... Я тоже Мортон, там как... Гитрек. Мортон, я понятия не имею, кто ты, я никогда не спрашивала. Он не побезник. Я не знаю, что это означает. Информационная безопасность. А. То есть ты параноик? Да. Все мы немножко не побезники. Не, просто это, просто единственное, оба моих два знакомых инфобезника, они реально оба параноики. Жестко. Ой. Короче, что я там говорил? Этот, теория большого взрыва, он неплохой. Там потом дичь начинает, типа, в плане того, что, ну, не смешно даже уже. Вот, а второй сезон, как я встретил вашу маму. Тоже очень хороший, второй сериал. Ну, та же проблема, что у теории большого взрыва, там тоже к концу сезона, ну, к концу сериала, типа, он подскатывается. Да, очень много сезонов к концу скатывается. Ну, кстати, с друзьями у меня такого не было. Ну что, вот, друзья старые. Вот, что они скатились. Они не скатились ни разу. Они не скатились. 10-й, по-моему, сезон смотрел. Они закончились прям хорошо. Там есть некоторое чувство, что, ну, типа, изживающего себя, но они находят... экстраполировать некоторые персонажи стали. Просто прям. Там самая большая проблема в... Да, вот именно, типа, доводить до абсурда персонажа. Это хорошо видно в «Друзьях» и тоже самое, например, в «Теории большого взрыва». Очень хорошо видно. Скрой же. То есть, кто-то его открывать будет? Я пытаюсь. В первых сезонах, типа, это многогранная личность со своими загонами, а под конец это просто один большой загон. Всё. Как... Кто? Это ты ком?
Это, в принципе, теория большого взрыва и друзья, то есть, ну, ну персонажи, в принципе. Типа, мне, мне теория большого взрыва этим особо и не понравилась. Как бы. У меня просто, у меня ее девчонки в комнате смотрели. Но... Они что только не смотрели, конечно. Я, да. У меня сосед смотрел, знаете что, этот... как его, «Во все тяжкие». «Во все тяжкие» он смотрел. И по факту это шикарный сериал. Он просто шикарный. Но из-за того, что смотрел мой сосед его, и я его часть большую слушал просто спиной, и спойлеры ловил. Я его пытался начать смотреть, и не смог его, типа, пересмотреть нормально. Какой план с собаками? Так, я тогда бегу вперед, убиваю мобов, а вы бежите к дверям. Когда люди разговаривают про сериалы, или про песни, или еще что-то такое, я чувствую себя дебилом. Я вообще ничего не знаю, потому что... Не, ну я тоже особо много не смотрела, у меня просто, как бы, я в общаге жила, и я... Пассивно смотришь? Да, я пассивно слушала их. Это ребята рядом смотрели, да? Нет, без шуток, я в принципе большинство так и знаю. Единственный сериал, который действительно вот я посмотрела, мне бывший предложил, он мне действительно очень понравился, я правда, мне стыдно, что я тогда продолбала целые сутки работы. Я просто потому, что я застряла... Хорошие так бывает, да. Да, я застряла и смотрела сериал, а мы сели смотреть Twin Peaks. Оу. Я залипла. Я не смотрел. Но я смогла его досмотреть только до второго с половиной сезона, то есть... Там вот эта вот первая сюжетная линия, которая продолжается с первого, развязка идет во втором, и дальше там начинаются какие-то другие события, дальше я просто, ну, типа, оно показалось все каким-то уже слишком наркоманистыми натянутым. Основной сюжет он так, конечно, держал крепко. Всякое, типа, посмотрели «Игру престолов»? Нет. Я и не смотрела, и не читала. Я видела это, я видела от биологов, типа, опенинг прекрасный, где под музыку из «Игры престолов» растут культуры грибов. Да, нам так же историю показывают в школе. Я помню, как первые сезоны начинались. Мы с Морфом специально затаривались с едой, собирались вместе и смотрели новые серии. А потом кто-то начал слакать. Пропустил пару сезонов. Так и рушатся отношения. Слаки. Осуждаю. Ты же досмотрел, правильно? Да. Последний сезон был прям... В общем, я посмотрел последние несколько сезонов подряд, да? И я видел, как оно скатывается. Да. Так, скапы заменить, не забудьте. Второй босс сейчас, да? Да. Так, я постараюсь подальше стоять. Все готово, да? Будет колосс? Да. Сейчас. Ищет. Ребят больше стало. Ну, сейчас мы их... Будет еще один колосс. Ну, тут уже... Тут уже просто сдаем, как сдается. Просто маны нет? Да, вот к
Как я это поймала? На полу кружочек? Да, я вижу. Спасибо за пьюрифайку. Секай. Секай, секай, секай. Живи. Штег. Штег, хэштег живи. Так. Так, поставить обратно сосалку. Почему такого скилла больше ни у кого нет, только у Некро? Какого? Который ульту тебе дает. Чтобы у Некро был смысл и все инграды. Они старались сделать все возможное. Новый класс должен быть модным. Новый класс — компаньон. Ну, не буду какие-нибудь плюшки такие тоже мощные, типа. Романсить самое главное. Блин, я жду романса. Честно, я честно хочу... говоря, зная то, как они пишут квесты, именно, ну, блин, типа, как-то я и... Скажем так, I'm not looking forward to it. My life, but why? So nice. Все будут ты бегать с этими... А потом будут донатные компаньоны для романсирования. Да-да. О, да. Блин, я буду грустить, если будет донатный компаньон. Скины для компаньонов. Одежка для компаньонов. Они там кладезь открыли. Да. Косметика, смена внешности компаньону. Смена пола компаньону, между прочим. Размера сисиком. Да. Блин, ничего не знаю, я за. Типа, делать что хотите, это весело. Хоть бы чем заняться. Я куплю себе гарем, поселю себе в замке и не буду выходить оттуда вообще никуда. Ты что, как Мера будешь скриншоты делать? Ну да. Весь мой геймплей будет состоять в том, чтобы заходить в игру, ходить по замку. Разговаривать с гаремом. Ой, все. Типа докажи, что ты крутой в игре, да? Смотри, моя фотка с щиками. Так в доме, я думаю, можно будет несколько поставить. Так, осторожно, Бервольд взяли. Я пошел. А, не, не пойду никуда. Чем я рудошнулся? Спасалась бегством. Так, возьмите два. А вообще, я взяла уже собаку. Давай, возьму. Ребят, не умирайте, вы без танка. Волки влетают первыми. Мы стоим за углом. Окей. Молча, давай. Пиу. Пиу. Всяко, лучше вообще не беги туда. Да, да, лучше постой. Они не агриты. Не, я не думаю, что нам надо дальше бежать. Да, не, забейте, наверх поднимаемся просто. Я там лестницу. Фейбова. Помогите. Помогите, я клаптрап, я не умею пользоваться лестницами. Боже, он такой я шикарный. Я... Лучший персонаж игры. Да, я тоже считаю, что это лучший персонаж игры. Кошелёк. Я даже в пресиквеле... Даже специально в пресиквеле за него играла. Оу, жестко. Причём, когда я играю, я его ненавижу просто. Вот, это персонаж, который ты ненавидишь. Но тебе его не хватает. Потом любишь, потом снова ненавидишь. Потом заканчиваешь игру, и тебе его не хватает, да, как бы. А потом ты перепроходишь игру или там на более высоком сложности такой заходишь. О, Control, ой, привет, как ты дела? Давно не виделись. Да, да. Как твоя шапочка? Давай ее сменим. О, да, шапочка, шапочка, это было прекрасно. Волшебную дырку. Ой, тут грибы еще в дырке. А зачем мне их собираю, если это был последний баф? Чтобы запас был. На будущее.
Это хороший. А зачем-то запас? Ты пройдешь здесь 3 в одном, у тебя будет запас, и ты не будешь его тратить. На меня, по-моему, Хина Сутула. Да, на мне Хина Сутула. Дурзо? Хина Сутула закончил. Да. Он это... состакался моделька в модельку. Хорошо, что я... данные со стаминой. Могу радоваться, что у меня хватает не на 2 переката, а на 3. Данмер. Данмер и мастер Рейс. Я тут заходил на кого-то, короче, заходил. Мага. Типа, делаю перекат, делаю второй, и все, стамин закончился. Такой, в смысле? Я больше на этом не играю, да? Ну чё, я на перекаты рассчитываю. Люблю кататься, знаете ли. Нет, мерки по звуке. Зачем так жестко? Это один знакомый Андада недавно спрашивал, говорит, слушай, Андад, можно я приду в рейд на собаке? Типа, меня кикнут, если у меня время просто посреди рейда вырастут такие ручищи и разорвется одежда. Потом скажу, что я себя не контролировал. Так, я запущу хэм. О, можно агрить, наверное, и бести. Ты думаешь? Да, да, наверное. Не, можно еще подумать, на самом деле, постоять, время есть. Серьезно? Гор. Ремонт идет, готов тебе. Есть. Третий моб. Да, это плохо. Уже го? По стандартам это играем. Хорошо, хорошо. Чей-то не стал. Ульта. Дайте синергию, пожалуйста. Нет. Ну ладно. Все, колосс есть. Это первый? Угу. Второй вот сейчас идет. Готовьте его. Угу. Thank you.
Мой будет с опозданием. Ульта. Там. Сна там разобрали. Так, проходим сейвово. Твой барьер первый сек. Угу. Мой барьер. Чё он? Вот пошёл вот этот раз. Ага, давай третью тогда. Не, мне интересно. О, ага, смотри. Интересно. Страйк. Вот он. Родно. Где там животное? Вот, сзади нас. Осторожно, ребят, я его пока не вижу. О, блин, я... Бля, она... Точно, она жернжовая. А ты сейчас подстак, а вы меня... Подхил, пожалуйста, подхил, подхил. Бежали. Бля, сдохни по дороге. Сберитесь. Это жабра. Что-то еще вылезло, не вижу где. А, вампир. Бежит на ульты. А мы успеем? Нет, мы вампир должны залить. Окей. Бежим. Бежим. Подхил, пожалуйста. Волк. Не. Быстро, быстро, быстро. Пускай стоит на месте. Mm-hmm. Так, нашла. Есть. Хиляй. Ну когда мозг включен, что-то все получается начинает. Еееей! Красавчики. Веселье. Это было очково, но вы красавчики. Так, у меня, кстати... Блин. Да что за... Мне опять фрустал Арказисом! Я могу забрать в этот раз.